Так, я тут понял, что я должен делать. Уже все понял. Теперь мне нужен вот это. Так. Ага. А он мне... Так, мне не хватает опала и лунного жемчуга, да? А это значит, что... Так. А тут уже даже не знаю, как... Это бы... Ладно, придется так ставить, на всякий случай. Так. Что мне метры? Так, а? Я же забыл, Анны и Ланса-то у меня нету. Ладно. Ладно, пойдем по сюжету тогда. А! Нет, надо сперва это самое, помолиться. Всё, можем идти. Попасть ушел, он еще не ушел, да? Ладно, пошел. Так, все дела, ладно. Все равно не за этим. Кстати, вот есть одна небольшая проблемка. Вот на циклопе, который я тут остановился. Йотом. Я, походу, не словил его. Давайте. Бай.
Ладно, с кем мы с ними? Мы могли смотреть, что я у вас стоит открытым. Потому что, как я уже помню, в игре я не смог босса словить, потому что он был слишком сложен, как по мне. Хотя нет, он не был сложен, на самом деле это первый босс, который я проходил. И я по ошибке его убил. Но это было... Что поделать? Она придется в конце игры. Ну да, до всех частей еще далековато. Ладно, может быть им. Это я уже помню. Кстати, тут есть эти секретные боссы. Пойду ли я на них? Да вроде нет. Не, ну музыка тут просто... Реально музыка красивая здесь, в этой игре. Ну, я серьезно. Но все это забрать обязательно. В дальнейшем это будет пригодиться. Я помню так, как я проходил эту головоломку на самом деле. Очень затруднительная, по крайней мере. Я хотел монолит забрать. Капец, как это невозможно. А что если эпический поставить? Я даже эпический... Так, и что, головоломку выполнил? Значит, или не стать? Нет, я хочу это. Блин, монолит забрать. Ладно. Уже монолитов нету, да? Трындец. Кстати, я помню. Вот сейчас Ланд нас предаст в любом случае, потому что... еще и яда. Так, ну ладно. Не даете никаких проблем, так что я лучше... Кстати! Кстати! Так!
Я предупреждал насчет ланца, а еще и Анна палит тут. Ну вот, минус Наталем. Ланом отомстим в любом случае. Отомстим мы ланцу в любом случае, а сейчас... Пока пофармим. Просто пофармим, на всякий случай, если у нас ничего не будет. А это значит, что идем мстить. Я одним титом с ним только пользовался, и больше никак. Ладно, что ж тут делать? Опа, вот и она. Эй, ладно, с ними сними. Ладно, она была слишком изящной. Подожди, я же мог её... Блин! Я глупец! Я бы мог это сохранить просто... Я уже в который раз без очи прихожу. Да. Я походу опять без очивки буду. Ладно, как бы с ними. Ну, это уже не имеет никакого значения, поэтому просто сломаем. Просто всех дронов сломаем. И это будет не иметь никакого значения, потому что... Ланс еще тот импостер на самом деле. По всему Ютубу, потому что... Его сделали мемы, как по мне. А теперь вообще сюда не сняла. Тоже заберем. Ой, я анимацию забыл включить. Да.
Вот здесь я помню этого дуфана вообще невозможно словить, потому что надо делать вот это. А потом... Так, чем? Можно просто так сломать ее, да? Просто так сломать. Ну, ладно уж, смех быть не смех. Так, вот прежде чем мы пойдем, спасать надо ли мы это самое? Ой, еще и надо. И вернуться. И еще раз помолиться. Не спрашивайте, почему я молюсь, но это очевидно. Очевидно, молитва нужна. Иначе ты промотаешь эту игру. На самом деле, тут очень сложно. Если ты не знаешь, играть в этой пошаговой бой. Так, ну окей, вот эти погибли уже имеют значение. В принципе, логично, а эти уже имеют никакого значения, поэтому... Просто сломаем. Еще и тюркены падают. Эти железяки что, из тюркенов делали? Вот точно из тюркенов делал их, да? Вроде да. Потому что других вариантов у нас нет. Как он их делал, вопрос для нас станет открытым. О, вот беги, сейчас убьем куклу Вуду и... И все, ладно, сдох. Блин, опять это че... Прошу прощения за ампулу с едом, но, блин, не это число я хотел увидеть, не это! Надо по-нормальное, я хочу нормальное число, где? Я хочу... Где это? Как поднять тебе дома? Ладно, все. Как тебе поднять? Да нет же, блин! Я хотел 666, а не 228, в конце концов! 228 хлам, а 666 имба! Сколько их там еще будут? Единственная проблема, так это с головоломками решать, потому что... Ладно, ботинок у нас все равно нет, да? Блин, все это время у меня, блин, магниты. А на связь я так доходил. Я же мог тот сундук запхать. Я прижу несущие ампулы с ядом. Что же оно у меня застряло-то постоянно? Эхм!
Капец, я в который раз ядом травлюсь. Ломал раньше местных. Один не ломал. Так, ну тут мне придется ломать персона, потому что. И просто у меня же вроде обычная погода стоит. Какой смерть у меня? Ааа. И не, ну тогда все попрет сзади. Я понял, почему постоянно пахнет как-то. Ну да. А эти я заберу. Эти ключики не нужно забрать, поэтому... Ну, я, кстати, тоже заберу. Это значит, что... Идем разбираться. Так, ну это... Головоломки, я знаю, как это все исследовать. И все, и... На самом деле, тут единственные головоломки, на самом деле, а вот в конце лучше бы вам не знать. А, это мимик! Что делать? А! Ну ладно! У меня бы с ними, конечно, а автовоскрешение есть, ладно. Проверим. Если не будет, то все, трындец. Всегда это трындец с нуля. А, нет, смотри! Я даже ачивмент получил. Не зря, слушай. Не зря. Ну ладно, подождем, пока восстановится. Ага. А вот с тобой я знаю. Ку-ку! Ты в курсе, то, что тебе трындец сейчас? Нет? Жаль. Я уже начал нападать на тебя! Так, ну окей, вы уже тоже имеете какого-то значения, поэтому... Ты ебаса-то. Пойду воды попью.